я была просто шокирована и удивлена комментариями. Люди серьезно все это восприняли за чистую монету. Член Асбестовской общественной палаты Антонина Зонова уверяет, она почти поверила. 1 апреля в одном из городских пабликов появилась новость о том, что коммунисты хотят отреставрировать за счет местного бюджета памятник Ленину. Цена вопроса – 100 миллионов рублей. А еще депутат от КПРФ Наталья Крылова намерена провести в Асбесте гей-парад. Это сообщение вызвало бурное обсуждение и целый шквал гневных комментариев. Звонили, шквал телефонных звонков, писали мне личные сообщения, писали комментарии, голосование было, голосовали. Люди возмущены. Во-первых, старшее поколение не понимает шутки с гей-парадами. Во-вторых, средний возраст, особенно мужчины, десантники, они просто возмущены были. Многие шутку приняли за чистую монету. По словам народной избранницы, пост в интернете просмотрели сотни человек. Администратор группы, в которой было размещено сообщение, уверяет, целый день в паблике публиковали такие шуточные посты. И новость про Наталью Крылову не была самой популярной. Да и никакой политической подоплеки у розыгрыша не было. Провести это мероприятие личным гей-парад. Мы просто взяли эту статью, адаптировали под местные бестовские реалии. Мы были организаторами наших местных политиков, в частности Наталью Крылову. Стоит отметить, что подобный первоапрельский розыгрыш был в Асбесте 7 лет назад. Тогда местное телевидение тоже выпустило материал о планирующемся гей-параде. Это вызвало гораздо больший резонанс. Руководителя телеканала вскоре уволили. Ксения Иноземцева, Екатерина Кузнецова, Интера ТВ.